Ребята детского сада Яни Усики Сил Ламяя провели первый день лета и день защиты детей на берегу моря. Итак, сегодня мы в первый день лета отметили посещением нашего чудесного Финского залива. Сюда нас пригласила вот Марина Янсен. Она в нашем городе занимается вопросами экологии и участвует в проекте КИК. Это проект, который поддерживает экологическое воспитание детей, школьников и дошкольников. И мы очень благодарны ей за разные проекты. Она неоднократно посещала наш детский сад с проектом по сортировке мусора. А сегодня вот мы с ребятами пришли узнать о нашем море побольше. Конечно, в первый день лета хочется всем пожелать тепла, солнышка, чтобы за лето мы все набрались здоровья, побольше витаминов, и чтобы в следующий учебный год все вступили с хорошим настроением, с хорошими ожиданиями, и всех ждем в нашем детском саду. Мы с ребятами проводили программу, которая называется «Программа экологического образования», которая называется «Находки на побережье». Это у нас уже идет традиционно серия таких программ, и сегодня мы вот в такую прекрасную погоду с детьми знакомимся с нашим морем, и они ищут те находки, которые море выбрасывает на наше побережье, чтобы они вот знали и любили свое море, на берегу которого мы живем. Мы желаем детям теплой погоды, хорошего лета, счастливого детства, чтобы они познавали мир, чтобы они чувствовали себя спокойно, чтобы радостной была их жизнь. Поздравляем. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.